фильм Дмитрия Лавриенко, который он снимал в течение 7 лет, путешествуя повсюду вместе с группой. После таких фильмов очень приятно, что появляется такое творческое настроение. Такой теплый, передает атмосферу команды «Аукцион». Я в это время был и в Ленинграде, и мы занимались примерно тем же самым, может быть, на другом, на своем уровне. Поэтому это такая больше ностальгия. И я окунулся вот опять в тот момент вот как раз ленинградского рок-н-ролла. Я вообще поймала себя на мысли, что несмотря на то, что творчество группы «Аукцион» такое довольно-таки, ну, нельзя назвать веселым, я просидела практически весь сеанс в улыбке. Вот мне было интересно увидеть, что группа жива и уже совершенно новое поколение, совершенно молодых людей, и восторгаются текстом. Их долгожительство. Еще на плюс, я еще думаю, что они найдут новых поклонников. И то, что фильм приехал в Ижевск, замечательное явление, конечно. Мне кажется, что последнее – это как раз самое главное явление. Потому что «Аукцион»-то был, есть и, наверное, будет. А то, что он приехал в Ижевск в качестве фильма – это особая заслуга тех, кто это сделал, например. Мне больше всего понравилась какая-то внутренняя аукционная эмоция. Не каждому режиссеру удается поймать вот эту вот кухонную, пацанскую, свойскую эмоцию, которая на самом деле и является, может быть, самой главной составляющей музыки.